22 августа по всей стране отмечают День государственного флага России. Этот праздник был утвержден президентским указом в 1994 году. Хотя история российского триколора берет свое начало в 17 веке, когда бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Во времена Российской империи официальный государственный флаг был черно-желто-белым и просуществовал до 1883 года. В царствовании императора Александра III допускалось использовать триколор для украшения зданий по торжественным случаям. Накануне коронации Николая II он окончательно сменил своего предшественника. С приходом к власти большевиков бело-сине-красный флаг утратил свой статус, уступив ему красному знамени. Решение вернуться к нему было принято 22 августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР.